Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем. Бэби-бум и улучшение материального положения граждан прогнозируют астрологи в наступающем году. Водяной тигр будет благоволить людям творческих профессий. В преддверии Нового года Даля Насипова узнавала, что говорят звезды о 2022-м. Социальные сети пестрят страницами, предлагающих приоткрыть завесу тайны. По словам астрологов, предстоящий год пройдет под знаком Венеры. Это планета, отвечающая за красоту, любовь и тягу к прекрасному. В фаворитах будут люди творческих профессий. Больше времени в этот год астрологи советуют уделять семье и близким. В следующем году будет финансово более именно что легче зарабатывать деньги. Более легче показывать свои таланты. Ну, нам хотеться будет и вкусно покушать. Красивую одежду одеть. Мы будем максимально работоспособны, как раз могу сказать, да, это весною. Это будет парад планет стоять. Специалисты в сфере тайных знаний уверяют, что 2022 станет годом укрепления семейных отношений и бэйби-бума, а коронавирус будет постепенно отступать. 2022 год, именно цифра 22, дает нам именно вот эту опору и говорит о том, что люди будут потихоньку входить в новое русло, то есть в гармоничное для себя русло, и что все эти вопросы с коронавирусом и с пандемией будут потихоньку отходить на второй план. Встречать Новый год советуют в одежде сдержанных тонов, ведь тигр не любит вычурности. На стол желательно поставить мясные блюда, но никакой рыбы и дичи. Далее на Сипова, Дидар Елеуф, Информбюро, Нур-Султан. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.